смотрите «Звездонутые». Ближайшие несколько минут расскажу о самых интересных и обсуждаемых новостях из мира звезд и шоу-бизнеса. Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Доход форварда оценивается в 136 миллионов долларов. На втором месте списка оказался нападающий Лионель Месси. Он заработал 130 миллионов долларов. Третьим стал еще один игрок – Килиан Мбаппе, получивший 120 миллионов. В перечень также вошли баскетболист Леброн Джеймс, боксер Сауль Альварес и теннисист Роджер Федерер. При составлении рейтинга эксперты учитывали зарплаты, а также все призовые и бонусы, заработанные спортсменами за последний год. Не так давно стало известно, что у актера Павла Прилучного и Зипюр Брутян родился сын. Об этом пара сообщила в своих соцсетях. Накануне возлюбленные рассказали, как назвали малыша. Актер выложил фото, на котором его супруга сидела в окружении цветов и шаров, а позади нее было написано «Welcome, Микаэль». Под публикацией звезда мажора поблагодарил актрису за ребенка. Также на прошлой неделе в Нью-Йоркском музее Метрополитен прошел традиционный бал Института искусства костюма Мэтт Гала. На благотворительном мероприятии присутствовали около 400 гостей. Ведущими шоу стали теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, писатель и продюсер Микаэла Коул, а также главный редактор журнала Vogue Анна Вентур. В этом году события посвятили творчеству легендарного модельера Карла Лагерфельда. Он был известен любовью к черно-белым нарядом, жемчугу, высоким воротничкам и кошкам. При выборе образа многие звезды приняли этого внимание и пришли в пушистых нарядах, например, музыкант Джаред Лето. Певица Дуа Липа появилась на красной ковровой дорожке в платье невесты, которым Клаудия Шифер закрывала показ «Шанель» в 1992 году. А Марго Робби продемонстрировала соблазнительный наряд 1996-го. На балу также были замечены сестры Ким Кардашьян, Кейли и Кендалл Дженнер. Кроме того, мероприятие посетили Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Сидни Суини и другие звезды шоу-бизнеса. Is it your first mat? I'll see you in there. Гарри Стайлз представил трогательный клип на трек «Satellite» из альбома «Harry's House». В ролике музыкант показывает путешествие очаровательного робота-пылесоса, напоминающего основного персонажа из мультфильма «Валли» от Pixar. Главный герой замечает на экране марсоход и влюбляется в него. После этого устройство вырывается на улицу и отправляется на встречу с обитателем Красной планеты. В общем, клип достоин полного метра в кинотеатрах. Режиссером видео выступил О.П., ранее уже работавший с Гарри Стайлзом. Вы смотрели «Звездонутых». Еще больше новостей из мира звезд и шоу-бизнеса узнаете уже на следующей неделе. Всем удачи и только хороших, позитивных новостей!